На территории музея-заповедника Горки Ленинские в теплое время года проводят соревнования по бегу, а зимой здесь проходит традиционная горкинская лыжня. Спортивное мероприятие состоялось уже в 17-й раз. Мне очень радостно, что столько много народу. И вот несмотря на такую погоду, хотя говорят, что у природы нет плохой погоды, но все-таки люди собираются. Молодцы, пришли, ведь главное не победа, а участие. Перед тем, как выйти на старт, лыжникам необходимо было пройти процедуру регистрации. 350 участников приехали в Горки Ленинские из Москвы, Московской, Тульской и Рязанской областей. Давид Мамедов живет и тренируется в Домодедове. Мы вместе с ребятами, с моим тренером, ходили в лес и катались по километрам. Были спуски, подъемы, обычно ходили по трешкам. Мне очень нравится это место. Мы и летом сюда часто приезжаем, и зимой здесь очень хорошо. Ну, обстановка, атмосфера, все отлично. Нам очень нравится. После торжественного открытия соревнований спортсмены вышли на старт. Первыми на лыжню встали самые маленькие участники. Забеги были разделены по возрастным категориям. На этих соревнованиях 12 возрастных категорий. Дистанция от 500 метров до 3000 метров. Ну, все это в зависимости от возраста. Малыши, вот самые младшие сейчас у нас финишируют, они бегут дистанцию 500 метров. Сейчас стоят ребята на старте, которые побегут уже 1 километр. Юного Костю Акуленка настраивали на хороший результат родители. Поддержка близких во время состязаний очень важна. Ну, мой сын второй год занимается лыжными гонками, очень нравится. Вот мы уже не первый раз участвуем в соревнованиях, и с каждым разом у нас все лучше и лучше получается. Мне понравился этот вид спорта. Я просто хотел уже с детства кататься на лыжах. Развитие спорта невозможно без его популяризации среди подрастающего поколения. Почетной гостьей горкинской лыжни была призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева. Вместе с остальными ребятами на старт вышел ее младший сын Андрей. В своем забеге он занял 5-е место. Лыжи, вообще лыжные гонки, очень разносторонний развитый вид спорта. То есть вы можете и бегать, и прыгать, и он круглогодичный. И занимаясь спортом, ребенок не обязательно станет чемпионом в спорте, но он обязательно станет чемпионом по жизни. Лыжи – один из самых популярных зимних видов спорта, что доказало количество участников и болельщиков. Все победители и призеры по итогам забегов получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».